Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Пару месяцев назад я снял видеосюжет по поводу того, что не все ладно в датском королевстве, а именно в США, с выпиской лекарственных препаратов, которые, в общем-то говоря, в других странах находятся в свободном доступе. Ну и вообще про медицину там пару слов рассказал. Казалось бы, можно было поставить точку в этом сюжете, но я, как всегда, дотошно привык копать дальше. Если вам, к примеру, нужны противозачаточные таблетки, то в Америке проблему решают достаточно просто. Вы идете к врачу, платите деньги за прием, порядка $150, и вам выписывают на год новый рецепт. Просто, четко и без затей. Но пытливый ум всегда найдет возможность обходных путей. Я посвятил этому определенное количество времени и нашел такой путь. Оказывается, если вы найдете социальную организацию в том городе, где вы находитесь, то есть возможность попасть в специальную клинику, которая как раз занимается обслуживанием определенной категории социально незащищенных граждан, как-то принято называть, люди с небольшим уровнем дохода, безработные и так далее. В принципе, все социальные организации, которые осуществляют помощь населению, знают координаты этих клиник. Она даже может быть не одна эта клиника на весь город, их может быть несколько. Вы просто находите тот вариант, который располагается ближе к вашему дому и удобен по часам приема. Туда необходимо заранее записаться, прийти на прием. И дальше начинается самое интересное. Вы заполняете форму, можете указать, что у вас никакой уровень дохода, то есть вы или совсем мало получаете, или у вас вообще никаких доходов нету. И в этом случае вы попадаете под социальную программу. Так, например, можно прикрепиться к бесплатным посещениям врача, а если речь идет о вот таких вот необходимых вещах, как противозачаточные таблетки, вы вообще можете прикрепиться к программе, когда вам эти таблетки выдают бесплатно. Есть специальные программы по контролированию рождаемости и планированию семьи, и вы оплатите на эту программу. В 95% случаев вас спокойно к этой программе прикрепляют. И вы раз в 3 месяца или приезжаете в эту клинику, или указываете адрес, и вам эти противозачаточные таблетки, ну, это касается женской части населения, доставляют прямо на дом. Вот такая вот информация. Надеюсь, что она будет для вас полезна. Если мне что-то еще удастся узнать по поводу лекарственных препаратов и медицины, интересное про американские реалии, я непременно сниму видеосюжет. Но пока то, чем я располагаю, я немедленно выкладываю на канал. Больше мне добавить нечего, другой информации у меня нету. Жду ваши комментарии, жду от вас спасибо в виде лайков и хорошего вам дня. Вы ищете квартиру в Нью-Йорке, но не хотите платить посредникам и агентам по недвижимости? Вы хотите снять квартиру напрямую у собственника? Для этого вам нужен уникальный ресурс – Rent Direct New York. Rent Direct New York – это 4000 квартир в Нью-Йорке, список которых обновляется каждый день. Более 200 тысяч человек ежегодно находят жилье в районах Манхэттена, Бруклина, Бронкса и Квинса благодаря большой базе данных. У ADNY.com более 20 лет успешного опыта, которым вы можете воспользоваться. Также мы предлагаем 24-часовую информационную поддержку на русском языке для вашего удобства. Зарегистрировавшись на ADNY.com, вы сможете найти отличное предложение уже сегодня. Не тратьте свои деньги, экономьте вместе с ADNY.com.